низкая посещаемость и велик шанс попадания там, под фильтры Яндекса, то, соответственно, скорость закупки с такого сайта будет сильно меньше, нежели в систему пришел огромный портал там, с 5-летним стажем, у которого там, 10 тысяч человек в день, там можно продавать ссылки без ограничений, и как бы риск попадания под фильтры, он близок к нулю для такого сайта. Ну, второе, как бы, то, что Trustwind сотрудничает только с крупными оптимизаторами, с SEO-пультом, и еще есть порядка 8 оптимизаторов с большим ссылочным бюджетом, ну, что, собственно, позволяет как бы, сделать реально больший выкуп, нежели на той же самой системе с SAP. То есть вы не у вас работы оптимизаторов для конечных клиентов у нас нет. Если только вы крупный, крупные, вообще мы озвучили от 3 миллионов в месяц на ссылки. А если как бы сумма близка к этому, то, соответственно, можем пообщаться. Если как бы ну, вы на ссылке тратите там 10 тысяч рублей, мы не предоставляем интерфейс оптимизатора. Ну, с одним минусом понятно, то есть у нас. Все потерял. Сейчас да. В плане нормально. В плане, допустим, если решишь проблему с запросом. В плане позиции? Да. Ну, нормально, она работает, на самом деле. Я не один спрашивал. Я сделал 10 запросов, 3 часов. Ни один запрос, я не вышел в топ. А уже какой? Нормально уже. Срок какой? 20 тысяч. Ну, я вот честно вам скажу, что за 3 месяца ради интереса даже был можно в семинаре протестировал. Ну, давайте попробуем посмотреть. У меня доступ к администрированию секунда есть, но после семинара. Специально да, интересно, как же было после семинаре поставил. Давайте посмотрим. Это может быть индивидуальный случай, может быть там связано с качеством сайта, может быть, не знаю, Яндекс, что-то. Ну, на этом же сайте еще и сам будет. Давайте посмотрим индивидуально, интересный момент. Маленький вопрос. А вы сможете сегодня примерить сайт, а сколько примерно можно на нем работать с помощью Сима Атласа? Да, да. После семинара смогу показать, мне эти предприятия в этом не есть. После этого можно показать. Так, то есть, соответственно, минусы. Строгость модерации площадок, то есть на любой сайт пройдет. Плюсом является то, что, во-первых, при многостраничном сайте у вас выкопится большее количество ссылок, и, соответственно, доход будет выше. Также мы пошли по другой немножко теме. Если соперник будет остановился в развитии, там, просто такой ссылкой, там, грубо говоря, просто представляет услуги биржи, то мы пошли немножко дальше. Мы хотим, скажем так, поднять отрасль монетизации вообще немножко в другую уровень. Хотим объяснить людям, каким образом все это делается, для чего и как можно заработать. То есть, например, у нас сейчас выходит ежедневная рассылка «Практика и секреты заработка в интернете». На странице Trustwind на нее, соответственно, можно подписаться. Для пользователей она как-то приходит на почту. Сделаны там всевозможные фишечки. Я стараюсь раз в неделю, приходят заявки на аудит сайта монетизации. Я их стараюсь лично делать, то есть раз в неделю мы вкладываем публично аудит, что, собственно говоря, нужно сделать сайту. Сайта для того, чтобы с него заработать максимум. Поэтому, если будет интерес, опять же, заходите на Trustwind, там есть рубрика аудит, можете присылать заявки, будут как бы по мере возможности их делать. Заявок, конечно, много, поэтому успех зависит от того, насколько интересно вы как бы расскажете о себе, о том, что вы хотите добиться при помощи своего сайта. Что нужно, чтобы пройти модерацию глобально? Глобально нужна нужен уникальный контент на сайте. Контент проверяется вручную плюс автоматически. То есть автоматически выбираются несколько страниц, дальше модератор просматривает более глубокий уровень. Значит, нужна посещаемость, то есть понятно, что портал из нескольких тысяч страниц или блог из нескольких тысяч страниц, на котором как 5 человек в день, скорее всего, Яндекс его очень низко ценит, вот о том, что там нет вообще практически посещаемости. И, соответственно, такой сайт модерацию Trustwind не пройдет. Отсутствие блогов и других ссылочных бирж, здесь ситуация следующая. Если понятно, что если человек зарабатывает, например, в SAP, и ему там, биржа приносит порядка 10 тысяч рублей в месяц, то никто не будет снимать все ссылки ради того, чтобы попробовать. Понятно, можно это научить. Ну да, во-первых, можно там на бан нарваться, а во-вторых, можно, по сути, терять
5-10 тысяч рублей в месяц, которые потом там довольно долго будут опять заработать, никто не будет. Вот поэтому, как бы, разумеется, отсутствие блогов не будет являться финальной причиной. То есть если у вас там распродано огромное количество ссылок, да, скорее всего, там ссылки вас не возьмут. Если распродано чуть-чуть, но не видно, что как бы, потенциал продавать ссылки с этого сайта еще есть, вот, то, соответственно, как бы, нумерация пойдет. Про возраст Пахит говорил, это должно быть только русскоязычный сайт, и еще есть некая специфика, если у вас сайт форум, если у вас книга или слова, то, скорее всего, не пройдет модерацию. Причина проста, система SEO-пульт не закупает на такого рода сайтах ссылки. Соответственно, остаются несколько крупных оптимизаторов, но с них на самом деле доход сильно меньше, чем SEO-пульта, поэтому как бы взять, наверное, можем, но разочаруйтесь, поэтому просто-напросто не берем. Предела нету, индивидуально, в зависимости от количества страниц вашего сайта. Если как бы сайт 100-страничный, ну там с посещением 20-30 человек в день, то мы вас можем взять. Если сайт из, например, 10 тысяч страниц, а посещаемость 50 человек в день, там 40 человек в день, то скорее всего модерацию он пройдет. То есть пределов нет. Значит, вот сразу огромное извинение за таблички, не успел делать правильно. Это таблицы доходов и мастеров простынка и сейфа, они просто перевернуты, их надо перевернуть, чтобы одинаково было. Значит, данные сейфа взяты с сервиса topsapet.ru, данные простынка взяты, соответственно, из базы данных. Что в таблице видно?